Разрешите предоставить клинический случай по пациенту, получавшему лечение в отделении онкоортопедии под руководством профессора Теплякова. Пациентам 27 лет с диагнозом саркома Ювинга дистального. Резекция правой большеберцовой кости с эндопротезированием голеностопного сустава от 1 ноября 2016 года, состояние после 4 курсов адъювантной химиотерапии по схеме ВАКЕ. 1 ноября было выполнено хирургическое лечение в объеме дистальной резекции правой большеберцовой кости с эндопротезированием голеностопного сустава, причем фиксирование ножек эндопротеза проксимальное цементное, дистальное бесцементное. Представлена рентгенография, в двух проекциях выполнены эндопротезы и эндопротез сборы. По препарату гистологическое исследование саркома Ювинга дистального метафиза большеберцовой кости с признаками лечебного патоморфоза 4 степени. Между 3 и 4 курсом у адъювантной химиотерапии у пациента по месту жительства поднялась температура до 39 градусов на фоне лейкопении и нейтропении. У пациента появился свищ и подозрение на инфицирование ложа эндопротеза. Обратился к нам в центре. Был выполнен бактериологический анализ из зоны свища, причем дном свища являлся сам эндопротез. Обнаружен стафилококковый ауреус. В связи с ограничением времени, поскольку пациент уже пролечен, разрешите доложить, что мы уже провели. Далее была выполнена расширенная перевязка послеоперационной раны с первичной хирургической обработкой промывания растворами лавасепта с фиксацией голеностопного сустава. Пациент был консультирован фармакологом, с учетом бактериологического анализа была проведена терапия, антибиотикотерапия. По анализам крови было купирование воспаления, и также было удаление дефекта и наложение рубца. Далее был установлен стрип. Повторный бакпосев показал, что рост микрофлоры не обнаружен. Через месяц у пациента полностью зажил свищ. В настоящее время прошло 3 месяца после открытого свища. Данных за воспалительный процесс не обнаружено. Вопрос был изначально тактика лечения при инфицировании свища с дном эндопротеза. Нет, просто в связи с тем, что время осталось мало, вы хотели... На самом деле суть была такова, что он будет спрашивать, а что делать, и вероятнее всего большинство мнений было бы удалить металлоконструкцию, лечить спиной. В данном случае это получилось достигнуть, ну хотя... всего 2 месяца, но 3 месяца. Гнойная инфекция вылечена. 3 месяца. По контролю 3 месяца после уже полного заживления после операционной раны. Как еще раз? Настоящее время по поводу этого. Ламизил. В настоящее время антибиотикотерапии не получает. По времени он получал антибиотикотерапию около 3 месяцев. Схема антибиотикотерапии расписана фармакологом Петуховой в онкоцентре консультировал. Сейчас пока находится под контролем, по динамическим наблюдениям. Ваша тактика привела к победе на... На 3 месяца, по крайней мере, мы сохранили эндопротез. Надеемся, что повторной инфекции не будет.